В принципе, понял. Давай, знаешь как, смотри, а по поводу рук ничего не говорили, в принципе? Я имею в виду свободы, там, запястья, вот когда... Мы с учительницей, да? Сейчас пробуем расслаблять руку. Пробуйте, ага. Вот смотри, вот просто, например, садишься, да, с гитарой, просто посиди, руку расслабь, да? Вот идеальная рука, вот смотри. Вот, сейчас идеальная абсолютно рука, положение руки, кругленькое запястье. Да, вот по идее, да, когда она внизу у нас качается, абсолютно свободная кисть, круглое запястье, круглое, да, вот это очень важно. Потом, игра аккордов, конечно, это намного, то есть, как бы есть некоторые сложности, поскольку у нас большой палец, например, да, играя аккорды, должен тянуться к басам отдельно. Да, вот смотри, например, сейчас я... Да. Допустим, да. Не знаю, условно говоря, какие-нибудь аккорды я отсюда не вижу, но не важно. Да, вот, например, смотри, игра аккорд, рука, кисть круглая, висит, большим пальцем, да, допустим, тянусь к пятой струне, не меняя положение руки. Не меняя положение руки. Да, вот она, вниз, все время. Попробуй медленно. Конечно, это сейчас будет сложно очень сделать, но и, кстати, да, вот когда играешь, вот смотри, да, сейчас возьму твою гитару, вот с этой рукой, да, прямое запястье, когда у нас аккорды, они звучат немножко, как сказать, все-таки у нас там три звука, и нам должна вертикаль быть ясно, четко слышна всех трех звуков. И вот, допустим, да, там видишь первый аккорд, вот. В широком расположении ля, там, ми и до, да? Немножко звучат они как бы глуховато тогда, да? Или так. Слышь, да, ты слышишь линию баса, середину слышишь и вверх. У тебя вот эти вот три голоса, которые три линии вот этих аккордов трехзвучных, они должны, как сказать, работать, сочетаться, да? Кооперировать друг с другом. Да, здесь до, си, ля, соль. А здесь, например, до, ру, ру, ру. Гляну сейчас. Чуть поближе подвину пока что. Вот, допустим, я люблю такие вот вещи играть, вслушиваясь в каждый аккорд. В каждый. И наблюдая за линиями голосов, как они ведут. Как они себя ведут, да? Вот, например, здесь средний, да? Ми, ре, до, си, ля, соль, соль, ля, соль, фа. И вот это все должно быть до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, ми, ми, ми,
что ли? Можно поиграть длинные аккорды. Послушать, как это звучит. На той же гитаре играю, между прочим. Дальше у нас что там? Ми соль есть, да? Так. Здесь что не вижу? Соль диез. А, соль диез, да, там. А вот здесь вот ре, ми, да. А, вот ре, ми. Вот тут я, например, бы чисто так вот артикуляционно я бы добавил лигу. Вообще, вот здесь я вижу аккорды, допустим, они через паузу все. Вроде как нон-легато. Пам-пам-пам-пам. Если мы так будем играть весь этюд, будет скучно. Я бы не стал так делать. Я бы некоторые аккорды кое-где, я бы сделал все-таки более длинные, а следующий аккорд короче. Да? То есть, с некой такой филировкой звуков. Но это мы сейчас будем смотреть вот, даже по фразам, по тактам. По поводу руки, я бы вот прям вот конкретно этим бы занялся моментом на том месте. Вот, да, пока что просто расслабил, круглое запястье обязательно, у тебя низкое достаточно. Низкое я имею в виду, если мы вот так положим гитару, вот низкое запястье. Если языком пианистов, да, говорить, допустим, да, у них вот это высокое, это горб, да, так они тоже не играют на рояле. У них обычно запястье вот оно, да, прямое, да, допустим, не горб и ни в коем случае не такое. Оно прямое. Но у них инструмент так расположен. У нас инструмент расположен так, таким образом, что мы вынуждены вешать кисть, как и скрипачи тоже. У них много, да? Кисточку вниз, кисточку вверх. Смычок, правая рука. Свободная, свободная. Все время, да? И так. Вниз. Здесь тоже она висит. В принципе, вот. Да? Поэтому вот это высокое запястье от деки вот до сюда, да, тут сантиметров 6 хороших. Да? От деки вот до этого места. Ни в коем случае не провалены туда. Вот. И здесь тоже. Она висит. Висит. Она при игре должна быть расслаблена. И за счет того, что она расслаблена, смотри, должно быть такое, да, состояние. Да, да, именно. Видишь, я вот сейчас сижу, ничего не делаю. Просто вот как в кресле сидя, повесил руку и все. И ничего не делаю. Вот она такая, как есть. Качаю, да, немножко. Да, вот подношу к струнам вот это покачивание. Вот все. Не более того. Ориентиры какие? Можешь посмотреть на мизинец, он должен быть параллелен подставке, да, вот здесь подставки, то есть он же мостик, да? Он не должен быть вот в эту сторону, не должен быть в ту, это все напряжение. Вот эти вот косточки, да, они у нас как вот струна, да? То есть вот это пересечение, да, это уже неправильно, мы таким образом удерживаем все время это статическое напряжение, когда мы удерживаем руку в таком положении, еще здесь напрягаем, тогда вообще у нас вот еще напряжение, да. Вот. И вот в статическом положении, ну, в напряжении в таком, представляешь, играть вот пьесы, допустим, которые там не одну минуту звучат, а по 5, там 7, а еще если один, страшное дело, так, да. Если постоянно. Вот напрягать. Посмотрел, смотрю, например, на руки, да. Вот суставы, допустим, я вижу очевидно, что суставы и связки, они чрезмерно, я бы сказал, перетружены, перенапряжены. Ну вот годами, например, игры, или вот сейчас, например, активно начал заниматься. Особо внимание, ни в коем случае не форсировать этюд этот, стараться играть вот прямо практически расслабленной кистью, но, да, в тесном расположении аккорда еще ладно, когда идешь к басу, обрати внимание, большой палец тянется к басу, за собой он не тащит кисть вот в эту сторону, да, вот рука расслаблена, свободная, я бы сказал, не то чтобы совсем расслаблена. Как две гитары. Ну вот я играю, да? Не напрягаю. Вот одну фразу я сыграл. Филировка звука, да? Слышал, что это такое? Этот... Вот лигу я добавил сюда, на ре, да? Ми, ре. Отсюда следующее. Да, то есть я не обрезал ее, да? Обрубил фразу вот так, а именно ее как бы вот сделал, как сказать, на нет свел, да, вот.
сюда попробуем сейчас медленно-медленно. Прямо вот до этого места. Мире. Так, вот там запись. Идет. Угу. Давай попробуем сейчас. Вот сейчас, вот, только смотри, бас, да, вообще, в принципе, положение руки. Вот чтобы бас не был таким ватным, а имел конкретику, четкость, немножечко мы руку смещаем, не закрывая резонаторное отверстие. Вот по границе, вот здесь, да, по границе. Да, да. И не, смотри, вот сейчас еще момент какой, ты его бьешь с воздуха, да? Нам нужно в идеале сначала коснуться струны, потом сыграть его быстрым движением, не тянуть за струну, но и не бить с воздуха, так нужно и ногу сломать. А вот со струны, но движение быстрое, да. А звук должен быть именно от силы или от чего? Касаемся струны, легкая рука. Потом быстрым движением толкаем струну, быстрым. Со струны не тянем за нее вот так. Не, много подушки используем, но играем в основном ногтем. Да? Да, да, бьешь, бьешь. И вот этот вот сустав, вот смотри, да? Вот его не нужно наружу, да? Вот эту вот фалангу. Обрати внимание, когда мы его наружу, значит, выпячиваем. Сейчас. Вот этот сустав наружу, да? Да, 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 скрежет. Смотри, да, опускаю его вниз. Четкий акцентированный звук, который имеет, ну, четкое начало. Только не бей, да? Смотри, ты его все-таки стараешься вот так ударять, да, бас? А нет, со струны. Каждый аккорд, бас со струны. Но быстрое движение большим пальцем. Быстрое движение вот от этого сустава. Да. Вот от этого. Ну, попробуем вот так пошевелить. По кругу, да, круговые. Еще у нас большой палец играет именно по траектории круговой. А, обрати внимание, вот сейчас басы играют. Да. Неважно, любой. То есть в основном играю со струны, особенно на разных, когда струнах играю. На одной не всегда. Либо я тогда буду звучание прерывать. Главное, не используй много подушки, вот туда не уводи палец. Да, мы играем все время, вот оно, да, краешек, ближе к ногтю. Кстати, дай посмотри. Вот смотри, да, ноги, например. Да? Вот эта часть, вершинка. Ее, например, многовато, а краешка маловато. Обрати внимание, видишь край? Вот именно этим краем, чтобы был четкий у нас бас, и нужно играть. Если у нас, конечно, не выгнутые такие пальцы, как, допустим, бывает у некоторых гитаристов, как у Сегови, допустим, да, они вот совсем крючком, да, вот, то он более прямой или выгибается. В принципе, неплохо. Но вот этот вот краешек, который, кстати, да, вот сейчас вот его маловато, вот он нужен, да, вот он, вот, чтобы была четкость, да. Но там нужно будет оформить его, правильно оформить, чтобы не было острых углов ни в коем случае. Видишь, он край-то есть, но он не острый. Да? Он немножечко чуть-чуть совсем все края, вот они есть, но они не острые, чуть-чуть скруглены. Ну-ка, давай попробуем медленно-медленно. Правило, конечно, тут такое. Но сейчас, конечно, это все изменить нельзя, но большой палец, он не должен ударять у нас в и палец, соприкасаться. Как только он ударяет, это значит, у нас запястье выпрямлено. Ну, вот брось руку. Видишь, какое расстояние большое между большим и указательным. Даже когда ты будешь играть, например, на соседних струнах. Да? Вот покруглее, допустим, ставишь. Вот, видишь? И они у тебя не будут пересекаться. Не будут пересекаться пальцы. Большой с указательным. Как только будешь выпрямлять, они будут пересекаться всюду. Вот это вот будет движение. Да? Они должны быть вот они. Да? Мимо, мимо идти. Не должны сталкиваться. Да, вот смотри, грубо говоря, вот он, ты играешь аккорд, да?
Так, когда рука, да? Вот. Угу. Да, совершенно верно. Если немножко округлишь еще здесь от запястья, чуть-чуть поменяешь угол. Поскольку мы тиранды играем. Дальше это вопрос ногтей. Вот звук, чтобы да, у нас был более культурный, это вопрос ногтей еще. Дай посмотрю, кстати, остальные. Вот, скажем, да, это, во-первых, очень короткий ноготь. Вот, а совсем короткий. М. И мы смотрим вот с этой стороны. О, смотрим с этой стороны, со стороны ладони. Вот они должны быть немножечко над подушечкой, если со стороны ладони посмотреть. Вот прижимаешь ноготь к подушечке, вот он должен быть виден немножко. Вот. Вот этот короткий, вот эта часть, да, его нужно немножечко длиннее сделать. Края вот это острые, да, вот эти края нужно немножко скруглять, чтобы не было вот таких вот зацепов. Ну, вот потрогал, устроишь, нет острых краев. Они как бы есть края, но они не острые. Да? У меня тут острые. Острые, совершенно верно. Вот этот острый край, вот здесь не, вот ноготь сломан, да, допустим, да, и он такой вот здесь вот тоже острый торчит уголок вверх. А, вот здесь совсем коротенький А. П. Вот эта вот часть, допустим, она большая, а вот этой не хватает. Вот от ногтей многое зависит. Потом они сами по себе тонкие, да, я смотрю. Ну ничего, кстати, еще. Не, еще более-менее нормально. Просто нужно подлиннее их и оформить. Полукругом немножко. Подлиннее сделать на миллиметр полтора. И чуть-чуть краешки вот, чуть-чуть аккуратненько скруглить. Ну и тщательно вышлифовывать. Я вот вышлифовываю, прямо изнутри вышлифовываю, снаружи шлифую, всюду-всюду, чтобы он был абсолютно гладенький. Вот я вожу, например, провожу, да, большим пальцем, да, по А. Там, а, вот это, кстати, у меня тоже сломано. Вот, нигде нет никаких зазубрин, зацепов, ничего нет. Тогда звук будет вот такой. Запястье абсолютно свободно. Мягко-мягко, да? Так много зависит, оказывается. От ногтей много зависит, от мягкости. Вот здесь вот, от мягкости запястья очень много зависит. Да? Вот оно, да. Круглое, мягенькое запястье здесь. Ногти зависят вот от этой фаланги, от маленькой туше. Да, потому что можно так сыграть жесткой фалангой, а можно так сыграть мягкой. Да? Да, и звук сразу будет другой. Да, пока что вот тут звукоизвлечение, оно как бы вот то ли подушка, то ли ноготь, непонятно. Ноготь немножко вроде бы отрос, вроде бы есть призвук от ногтя, но это не ногтевое, по сути, звукоизвлечение, а игра подушками. Вот, тогда есть смысл вообще ногти, например, убрать, поиграть подушками. Просто чтобы ощутить, например, контакт со струной, ощутить, да, чтобы прочувствовать каждым пальчиком струну в аккорде. Сложно, но, да. Да. Потом, знаешь что, вот этот этюд, например, пробую играть аккорды не короткие, а наоборот длинные. Как будто ты просто каждый аккорд играешь с подготовкой. С подготовкой, чувствуя каждую ноту, каждую струну. Слушай линии, да? Да, вот, например, П не хватает вот сейчас явно. Я бы хотел бы услышать еще, да, нижнего голоса линию. Дальше. До, диез, ре, диез. И здесь ре. Вот здесь вот лигу. Да, либо правой рукой сыграть, смотри. Если ты хочешь лигу сыграть, смотри, смысл филировки звука в том, чтобы сыграть эту ноту тише. А чтобы сыграть ее тише, мы не должны ее играть с лигом. Здесь достаточно, смотри, что. Ну-ка, играй. Играй. Приподнять палец. Еще меньше. Да, все. Да, то есть минимум напряжения. Да, все. Знаешь, вот это вот, это не филировка, а вот это.
срывы, легато, они тоже разные бывают. Можно играть таким срывом, а можно... Да, особенно это касается окончания каких-нибудь фраз, например. У баф очень много такой артикуляции. Давай дальше, следующую фразу. После галочки. Дальше. Такие вещи рассматривать по верхней ноте, только ставить артикуляцию и фразы по верхней ноте. Поскольку я этот этюд не знаю, никогда не играл, я вот смотрю, что, например, я очевидно вижу, слышу, да, какие-то там, значит, могут быть синкопы. То есть какой-то аккорд может быть с акцентом сыгран более длинный, какой-то более короткий. Я тоже. Например, вот тут отсюда, да, посмотрим, или от ми, да. Что я там сделал? Ну-ка, давай еще раз. До, си, ля, соль. Вот здесь та. Ну-ка, смотри, например, как будто лигу. Да, как будто лигу. Да? Вот этот аккорд длинный, вот этот вот короткий. А вот этот короткий сделай. Это длинный с акцентом. Короткий, а потом пам-пам. А вот здесь дальше короткий. Пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам. Да? Что это по половинке? О чем говорит половинка у нас? Вот эта половинка в середине такта, о чем она говорит? И с акцентом еще к тому же. Видишь акцент? Вот это значит она длится. Да, а что это такое? Что это? Акцент. Как это? Акцент. А что это? Синкопа. Да, синкопа. Поэтому вот эта вот ми, да, она должна быть как бы над. Да, вот мы пришли в тонику, да, в до. Например, там-там-парам, там-парам. Вот эту ми обязательно аккорд. С этой ми обязательно, да. Да, прямо опаянда эту ми, громко, да, не стесняясь. Только момент синкопа, чтобы у нас воспринималось ярко, очевидно, вот эти аккорды играй потише. Да, поэтому, смотри. Да, именно, что она должна быть над аккордом. Потом. Да, то же самое, вот то же самое, там, синкопа, хорошо звучит, да, здесь, до, до, си, ля, соль, парам, пам, да, вот здесь, например, парам, да, лига, как будто, и вилочка, вот здесь вот короткая нотка, да, вот, например, фа, ми, ре, до, до, ля, ре, ми, 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 ну-ка, дай-ка еще разок вот отсюда медленно очень, с третьей строчки. То есть мы как бы изображаем тут лигу? Или... Как бы да, пам-пам с синкопой. То есть вот это делаем сексту. Там. Да, то есть по сути смотри, пам-пам, вот так должна звучать, да? Пам. Или здесь, да? Пам. Длинный, короткая, тихая. Короткая, тихая, как бы, но правой рукой, правой, либо не играй, и короче, да, короче, нет, одинаково звучат, даже пам-пам-пам, вот это вот тише, да, пиано, еще можно больше акцента, парам. Четверть сделать, а ближе к половинке. Значит, да, вот это аккорд потише. Тише только. Вот это аккорд пиано. Да, и короткий. И дальше ми, ми, ми. Да? То есть, что по сути отсюда, смотри, что происходит, да? Вот, это, вот с этого аккорда. Как сначала. Пам, пам, да, раз, два. Да, то есть, три, четыре, да? Три, четыре, раз,
то же самое, да? Да, получается 3-4 раз до си ля. Да? То же самое, только там трехзвучные уже пошли. Ну-ка, дай-ка гляну, что там дальше. До, си, ля, соль. То же самое. То же самое, такая же артикуляция. Допустимо. Здесь лига как будто бы с диминуэндо, коротенькая. Да, вот здесь акцентик. Угу. Так, немножко руку вот сюда сдвинем. О, сразу. А рука же... именно вот так? Да, именно да. Вот так, по... это именно вот так сдвигается. Нет, нет, рука-то вот сейчас как раз таки вот такое положение хорошее. Главное, не закрывай резонаторное отверстие. Меняем объем воздуха, гитара не звучит тогда полноценно. Секунду. Здесь там, пам-пам. А вот дальше что у нас? Как думаешь? Там-пам-пим, там-пам-пам-пим. Там. Ну-ка, давай-ка сейчас мы лигами фразировочными это все обозначим. Точно, чтобы знать, какие у нас секвенции, откуда до куда. Погоди, погоди. Соль, соль, ля. Соль, соль, ля, соль, фа. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Вот и начнем отсюда. Соль, соль, ля, соль, фа. Ну-ка, попробуем. И значит, смотри, что у нас должно быть. Верхнюю ноту. Давай-ка попробуем послушать. Ну. Соль, соль, ля. Вот сюда крещендо, да? Вот этот аккорд у нас ля, да? Самый будет главный такой. Вот он. Ля-ри-ри. И сюда диминуэндо. А тут совершенно верно стоят вот эти вилки. Видишь? Просто мы сделали одну секвенцию фразу, мотив. Вот это уже тише. Соль, фа. Главное тише. Да, правильно. Тише. Пам-пам. Стоп. Стоп. Еще одно обозначаю фразу. Видишь? Короче. Верхняя нота важна. Да, пунктирный ритм. Ну-ка сыграй пунктирный. Та-та-та-та-та-та-та-та. Смотри, чтобы он четко звучал, высчитывай его мелкими длительностями. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Короткую ноту правой рукой лови заранее. Ну, какая аппликатура в правой руке, помнишь? МИ, да? Ага, с баре играешь, да? И с открытой струной, или как? Не-не-не, давай, знаешь, как сделаем? Подожди. С баре. Вот это движение очень тяжелое. Понимаешь, у нас здесь пунктирный ритм и достаточно подвижно, да, все здесь. Да, вот так. А я бы не стал вот здесь бары использовать на до. Угу. На этой, на до не стал бы. Да. Наверное, это было бы вот так, скорее всего. Сейчас вернусь заранее вот сюда, вот к этой ля, например. Да, первый, третий, ми открытая, да, допустим, да. И дальше можно либо третий сдвинуть. Так,
пальцем нельзя играть. Не по понятиям. Стой, подожди. Подожди. Смотри, ловим заранее, а у тебя написано МИ, да? Ловим заранее короткую ноту М, играем, ну-ка отдельно сыграй МИ. Только до уже вторым пальцем держи. Не-не, уже прижатая. Та-там-там-та-там-та. Да, смотри, вот играю, оба пальца ставлю, третий со вторым, ой, четвертый со вторым. В медленном темпе. Второй готов на до. Да, пунктир тут нужно четко, железно его играть. Приблизительно никак. Нельзя. Там, па-пам-па-пам. Видишь, он у тебя немножко гуляет. А здесь прямо там, та-там, та-там. И я, та-там, та-там. Да? Та-та-та-та-та-та-та-та-там. Та-т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 а. Да, мелкими, шестнадцатыми просчитываем. Кстати, вот здесь можешь небольшую фермату сделать, подольше подержать, да? Окончание фразы. Снять и там. Да? И дальше опять шепотом. Да. Не стесняться форта. Но форта, пока такая рука, форта не получится сыграть. И играешь, смотри, на 19-м ладе. Ладу практически. Да? Вот. Вот здесь большой палец играет. Понятно? Это базовое положение правой руки. Сюда не лезь, это смена тембра. Там гитара звучит нежно, вяло, не знаю, как угодно. Здесь в данном случае она вяло звучит. А пальцы примерно должны, вот так не должны находиться. А, растопыривать их нельзя, да, не надо. Не надо их растопыривать. Да. Пальцем играешь, я все слышу и вижу. Да, в таких местах пунктирного ритма обязательно нужно пальцы четко правой руки и левой. Левая, чтобы не отставала, а правая, поймал, поймал. Отрабатывай вот здесь, ре, до, ре, до, ре, до. Потом ре, ми, ре, ми. Только знаешь, как у коротких нот тоже есть длина звука. Я слышу рассинхрон. Отстает левая рука. До должно быть длинное. До длиннее. И ми длиннее, естественно. Та-там. Вот это до очень важная нота. Вот эту до не теряй. По плотности и по длине. Напрягаться. А не надо пытаться напрягаться сама по себе. Да. Ты ни при чем, рука не пытается напрягаться. Плечо, предплечье. Да? Здесь нет напряжения. Вот здесь главное чувствуешь. Да, вот здесь рука должна лежать, как в кресле сидишь. Вот с кистью надо, конечно, запястьем. Дальше медленно. А вот смотри, сейчас аккорды играешь, я не слышу верхние ноты, слышу бас. А верх. Здесь должно быть, знаешь, не ми, ре, до. То есть все звуки слышны. Надо сказать, эти две ноты посередине как посредники какие-то. То есть они как будто не нужны, да? Или в смысле? Они, чтобы соединить звучание их. Так бы. Гармония вся должна быть слышна вертикально. Но здесь очевидно движение в нижнем голосе, правильно? Поэтому смотри, не хватает упругости в басу. Вот это вот смотри. Что там? Да? Да? Вот. Бас, конечно, здесь важнее.
посмотреть. Возьмем ноту. Ага, ну даже вот там много всего уже я услышал. В принципе, и синкоп услышал, и лик услышал, слабые, сильные на слабую долю. Или сильные, слабые на сильную. Сейчас посмотрим. Но я бы вот отсюда бы сейчас посмотрел, от до си. Ну-ка, сейчас. Раз, два, три. Два. Да, там фа, ми, фа там, да? Бекар, да? Не вижу ничего. А, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, ми, ми, ми. Да, может быть, да. То же самое. Так там, ре, бекар. Ну-ка, до, си, ре. Да, ну здесь очевидно лига и четверть, но здесь хочет таром, да, потише. Это коротенькая. Да, таром. Нет, это громкая очень терция. Смотри, как должно звучать, смотри. Как будто лигу играем с соль на фа. Нет, смотри, слушай, где. Громко. Смотри сюда. Должна быть слышно, но отголосок какой-то. Филировка, опять же. Лига. Та-гам, та-гам, та-гам. Вот. Та-гам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Угу. Да? Там-пам-пам-пам-пам. Соль диез ми. Соль ми. А вот здесь смотри, что тоже лиги там, да, вот эти вот секвенции такие там, потом тим, вот здесь лига, коротенькая, смотри, что получается, до, потом там, там, да, несмотря на то, что сильный, слабый, неважно, с басом, тише, да. Нет, смотри. Слушай. Там-п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 ам. Да, со слабой. То есть слабая доля, тоже синкопа слабая, она же сильной является. Смещаем акцент. А вот отсюда пам-пам-пам. Да? Три. Тише, тише, тише. Сейчас. Да, потом соль, фа, фа, ми, ре, до, соль, ля. Стоп, отделили, знаешь, стоп, 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 вот отсюда, пожалуйста, смотри, да, тарарим, характер другой здесь. Там до мажор, да? Ну, давай еще разок, вот этот хвостик. Там-пам. Короче, только еще, смотри, не только тише, но еще и короче. Там. Просто, а когда я, как лига. Когда я играю какой-то звук, мне кажется, что ну, я его должен сыграть, чтобы он был слышен хорошо. Смотри, речь, да? Ну, в любом языке, литература, любая речь. Если мы будем говорить каждую букву так и предложение так, каждую букву, чтобы была слышна, то что будет тогда? Потому что это тот же язык, только музыкальный. Понимаешь? В музыке есть язык. Вот то же самое. Это можно, например, сказать предложение музыкальным языком. Любой, неважно. Там в ополе береза стояла. Да, ты сказал предложение повествовательное. В ополе береза стояла. Да, каждая нота слышна хорошо. Нет. Как и в словах. Там же слова есть. Повествовать.
неважно, здесь тоже есть акценты существуют, да, на что мы хотим больше внимания обратить. Чтобы у нас не была монотонная игра, одинаковая. И правила, естественно, существуют. Вот, например, смотри, какой любопытный аккорд. Ну-ка, секунду. То же самое, смотри, синкоп. Конечно. Видишь, какая гармония? Она сама за себя говорит, что она должна быть. А? То же самое, длинный аккорд. Главное, вот эти аккорды, четверти, сделать их максимально длинными, а восьмушки максимально легкими и короткими. Вот, кстати, смотри, допустим, да, через тактовую черту, опять же, вот как правило, четверть, восьмушка. Четверть, восьмушка, и тоже лигу сделать. Да? Вот они у нас получаются раз, два, три, четыре, пять подряд таких, да, синкоп. Там, пам, 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 пам. Да, отсюда мы отделим, да? Да? Два, три, четыре, раз. И пришли в сильную долю. О. Здесь, конечно, очень хочется в ля уйти, а не в до. Не... Все время какие-то такие. Ну-ка, смотри. Ну-ка. Потом. Три, еще смотри. Тарарирарим. Пампарарим. Ну-ка, сейчас смотри. Та-да. Мифа. Чуть-чуть не сюда. Да, интересно. О, вот до сюда, например, да, вот такую лигу, смотри. Тарарин, та-да-там. Стоп, да? Диминуэнда. Ага, видишь, тут и диминуэнда он написал. Понимаешь, в фортепианных бы нотах вот этой лиги были бы все указаны. Основная часть. Здесь он, слава богу, хоть вилочки указал. Но как играть это? Кто во что играет? Просто будут вот это вот так вот аккорды все играть и все. А лиги, артикуляцию, никто даже об этом заморачиваться не будет думать. Ни в коем случае. Ни гитаристов, естественно. Вот. Как это играется? Насколько... Так, сейчас, секунду. Ну, здесь то же самое, да? Посмотри, посмотри. Тарарирарам. Да? Ми, фа, соль, соль, ля, соль, фа. Да? Тарарам, пам, парарим. Вот этот мотив сыграет. Только смотри, не имей привычки играть со сильной долей. Она относится к тому, к той части. Вот отсюда. Ми, фа, соль, прям. Ми, фа, соль, ля, па. Не, а вот здесь соедини. Тайм. Тайм. Не, прям легато, смотри. Самое сложное здесь соединить эти три аккорда. Несмотря на то, что здесь он написал там через паузу. Хотя бы, только потише вот эти терции. Да, последнюю терцию, да, вот это вот тише, именно самое тихое, да. Не-не-не, еще раз. Ми, фа, соль, соль, ля, соль, фа. Ми, фа, соль, ми, фа, соль, соль, ля, соль, фа. Ми, фа, соль, соль, ля, соль, фа. Ми, фа, соль, соль, ля, соль, фа. Да, медленно. Вообще в артикуляцию в очень медленном темпе выигрывается.
вот это длинное, длинное ля. Ля, соль, фа. Ну-ка, ля, соль. Пампара. Стоп. Совершенно верно. Уловил, да? Тиач. Пампай. Тише, 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 тише. Да, сюда. Пам-пам. То же самое, да? Мы заранее готовим первый, третий. Ну, в смысле, второй, четвертый. Та-пам, та-пам. И пальцы, правая рука. Марката сделаем в басу, да? Соль. Марката. Марката подчеркнута. Смотри, чтобы, да? Да? Ля, соль, ля, да? Для этого бас вялый не должен быть. Вот сюда. Да. Да, здесь больше, конечно, к ноготку надо. К ноготку больше. Да. Тогда много подушки используешь. Я же помню. Только вот эту фалангу. Вот так бы, вот туда, да. Играть вот от этой фаланги, от сустава. Вот от этого сустава играем, да, от главного. Да, вот. Просто сейчас бесполезно, на будущее записи останется. Меньше подушки большого пальца используй, вяло звучит. Должен быть подчеркнут. Да? Видишь, подушка, смотри, смотри, больше. Несмотря на то, что у меня ноготь, смотри, сейчас с подушкой играю, больше подушки, да. Бас, например. Да, сейчас меньше. Ноготь. Я думаю, как такой звук получается? Ноготь, ноготь. Причем уголок. Уголок. Только смотри, вот здесь сустав. И больше вот здесь вот этого уголка нужно. Да. 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 Вот, погоди. Только предплечьем не дергай, когда бас играешь. Только от этого сустава. Вот этого. А здесь рука должна отдыхать. Да? Ногти не хватает, его надо оформить еще правильно. Вообще техникой большого пальца очень серьезно надо заниматься. Да, то есть фламенко. Да, то есть в разные стороны, да, разгибать или развивать. Да, чтобы он себя свободно чувствовал. Независимо, да, чтобы он не влиял вот на эти пальцы большой. Чтобы он работал независимо. Сейчас попробую это сделать. Сложно. Сразу не получится. А, я понял, почему я этой частью. Это чтобы у меня рука не отлетела. Играю. Смотри, четкость. Движения экономные, но организованные. Я понял, что тут еще рука. Видишь, я не дергаю предплечьем и плечом. Только отсюда играю. Запястье круглое, свободное. Рука висит, в принципе. Так, тогда просто надо как-то... Смотри, чуть-чуть. Упражнение. На мой лёд. Обычно это фламенковая техника, по сути. Развиваем большой палец в обе стороны, как на сгибание, так и на разгибание. Да, вот, собственно, слышал наверняка прием альсапо. Да, вот большой палец здесь играет вверх и вниз, в разные стороны. Да, вот тогда появляется вот его независимость вот от этой всей истории. Самое тарам, да, вот прям напрашивается вот немножко вот лирики такой, да, да, поэтому, а здесь, да, вот это тарам, да, соль, фа.
пытаюсь понять, как одновременно. То есть получается, так. Этот мальчик должен. Только без опоры. Просто чтобы. Как рука должна удержаться, если. Рука просто лежит. Все. Просто лежит. Локоть вниз, плечо вниз. Вот, смотри, локоть лежит, локоть вниз, плечо вниз. Запястье круглое, по идее, да? Ну, поиграй отдельно большим пальцем. Не дергай, старайся. Ни кистью не дергай, ни нервы. Да-да-да. Только не бей, а вот ты поймал струну, меньше подушечки, меньше подушечки. Не напрягай, не напрягай. Да. Как палец сворачивается. Палец, вот прогибаешь сустав, да? Касаешься струны. Вот, слышишь? И играем вниз, не туда, не в ту сторону, а вниз, и по круговой траектории обратно, вниз, по кругу, обратно палец. Да, то есть смотри сюда. Отсюда. При этом обрати внимание, что только палец о предплечье не дергаю. И кистью не дергаю. Подушечкой я сильно прикасаюсь, и вот так отлично. Еще смотри, Глеб, за струну ни в коем случае не тянем, не натягиваем как тетиву лука. Понимаешь, мы в этот момент, когда мы тянем за струну, у нас рука напряжена. Мы и должны коснуться струны, коснуться струны легкой рукой, а потом быстро толкнуть струну. Быстро. Не тянуть за струну, а быстро. Ни с воздуха, ни с воздуха, не бьем. Да, это принципиально. Нет, ты сейчас бьешь. Коснись просто большим пальцем струны, а потом просто толкни ее вниз. Да. И назад сразу же палец идет. Да, назад. Да. Да. Вот научиться так, чтобы это. Да, чтобы он не влиял, его игра не влияла вот на вот эту всю историю. Круговые движения. Вниз и по кругу. Да, да. Кистью не дергай. Вот, 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 молодец. Совершенно верно. Вот так правильно. Вот над этим надо поработать, да, чтобы у тебя большой палец вот от этого сустава поиграл. Вот, и рука сейчас хорошая. Угу. Да. Да. Ну, смотри, знаешь, какой еще момент? Вот когда дома, например, сидишь, занимаешься, чтобы себя контролировать мог, потому что так вот, например, можешь не все контролировать. Зеркало. Зеркало, рука, кисть вниз. Да? И смотришь, прямо, как она себя ведет. Большой палец дергаешь ты запястьем, дергаешь ты плечом. Сюда ли рука? Как она провалена запястье, низкая или круглая. Вот. Да, молодец, молодец. Только не бей, да, со струны толкаем быстро и назад. Да? Да, да, да. Ощущение лови. Да, чтобы у тебя вот здесь была свобода в кисти. Да? Угу. Да, да. Ноготков не хватает, поэтому аккорд такой звучит разношерстно. Надо ноготки собраться с длиной и с формой. Ну просто А не хватает, а коротенький совсем. Правильно. Да там, вот эту лирику, да там. Вот еле касаюсь рефа. Да. А вот здесь вот смотри, вот здесь прямо до ми, до ми, до ми, 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 ля, соль, тоже ля, соль, си, ля. Помнишь, да, вот эти вот? Да. Там, они аналогичны, да? Тарам, да. Тарам, и вот это коротенькое, вот это длинное. Тарам, и дальше. Пам-пам-пам. Угу. Вот эти акценты, это к басу относятся, не к этим аккордам. Да? Угу. А сейчас? Ну, не принципиально. Я к тому, что над чем дома работать, на что обращать внимание. Тут все по кругу, похоже, артикуляция. Можем отсюда. До, си, ля, соль, соль, фа. Струнку доставай, несмотря на то, что много этих коротких. Тише. Вот здесь там. Тише. Очень громко говорит терция рефа. Да. Ми, ре, до, ми. Ми вот это тоже можно поярче.
наоборот сыграл. Не так сыграл. Вальс.